Короче, Гламаки тэпаем. Давай. Так, Гламаки, отходи в сторону, все сейчас по кого-то тэпнем, там рандомно. Так, все, Гламаки. Раз, первый. Мария. Сюда, не сказал Маша. Так. Дальше. Фу, еще один. Сосиска. Ильцес. Пока. Здрасте. Ну все, здрасте, добрый день. Так, окей, есть один стак. Так. Первый. Следующий, кто командир? А что ты получил? Я командир. Я это кто? Я Джекуни. А, Джекуни, давай, Джекуни, отходи в сторону куда-нибудь. Отошел. Так, Джекуни. Собака R. Моди, ты с кем, Моди? Чуп, как у тебя? Ну, мы с тобой давай просто. Да, нахуй. Дрейк и... Кто разрывной стак. Мэтью. И Строу выпал. Давай, Сад, ну давай я. Командиром возьми вот это ВДВшку. Так, Бэтбир. Бэтбир отходит, Бэтбиру теперь, Давай, я съебал. Давай его возьмем. Сейчас из них этого, Нет, тот же. Между командами, вернись, Нет, Дрейк, вернись. Можешь взять меня. Вернись назад. Вернись назад. Возвращайся. Может, мы у вас лодки стоим. Если у вас тэпнет обратно, возвращайтесь. Да не, не, типа, давай вместе, типа, ты же сказал сам. Рандомит. А рандомит, реально? Да, не рандомит. У схемы есть телочет, пацаны. Я потерялся. Евгеха. С кем я? С кем? Я с тобой. Евгеха и сосиску там, да. О, так. Сосиска и Бэтбир. Где Пестров потерялся, блядь? Пестров, пока. Верните сосиску. Это лучший схем. Пацаны, ну, что могу сказать? Так, тэпы к братишку теперь. Жестко. Заряжен. О, Мака, нет, обратно. Так, кто-то из админов. О, ты со мной? О, да. Раз. А я. Евгех, обратно. Евгех, обратно иди. Давайте, короче, смотрите, вы в жопу. В смысле, обратно? Обратно, нет, команда к себе, уйди, пожалуйста. Вон, вот туда, вон туда, да. Вот сюда. Так, Владушка снова. Лучший тактика. Ромич еще один. Не трогают. Да я не знаю. Пиздец. Я с тепланами. Мужики. Че? Так, следующий. Да, да, давай. Извините, ребят. Не понял. Вот так вот, да? Мы вас выявили. А кто у нас будет продавать тогда? Так, фы-фы его тэпаю. Идем сразу за алмазами. Понял. А Месова так может тэпнуть по этой команде? Да не, не, Мэтью. Неизвестно, кстати. Вот, иди. Евгех, обратно, суйтесь. Ерамич. Сука, зачем вы меня телепортируете? Да ты на рандоме выпадаешь. Фы-фы в одном, фы-фы, заебись. Я один буду, можно в команде? Я не вижу пока что. Вернись обратно. Дрейк, да блядь! Привет, пошел. Мне играть или нет? Вы задолбанили. Сделайте. Слушай, тебе нужно в казино поиграть, тебе везет. Модичат. Модичат. Бля, ну это имба, кстати, это имба. Здорово, здорово. Нихуя, подожди, сквирь с Модичатом. То есть Модичат обратно. Нет, Джеку не был. Джеку не обратно. Сосиска уже в какой-то фоне будет обратно. Всем хавай. Ебался. Вообще по бумажке было вытащить. Да, 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 прийти. Так, ой, Ломака. Ломака. Нет Ломака. О, вот конфорт соседний. Ломака, прости, пожалуйста. Ладно, прощай. Не, ну, так, а чё мы, подожди, нас остаётся... Пошла ты в жопу, блядь. За голову Марины 20 алмазов. Всё, так, давайте ко мне последний. Отойдёмте в сторону сюда, на секунду. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай сюда. Короче, тебе карты, блядь, все в воде. Не, сейчас две карты. Тут карта все в воде. А похилить можно? Сразу, короче... Владушка, тот другой командир. Блин. Так по остатку, алло! Че за хуйня, я не понял. Куда меня тыкнули? У нас идеальная система распределения. Блять, заметьте меня три раза уже, ребята. Да пошел. В смысле, я не знаю, давай. Нет, блин, ты умрешь первым, понял? Я тебя в аду, блядь, затоплю, понял? Давай, 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 чё ты? А чё, мы, кстати, не хотим свапнуться в аванс, слышишь? Потому что я могу свапнуться, в принципе, с кем-то там. В стак Ломаки, например, если хочешь. Пацаны, смотрите, смотрите. Не-н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 е-
пацаны, короче, в начале дерева. О, так можно. Потише, можно, Евгений, вас слышно? А, да пошел. О, ништяк. Вот это у нас так, блядь. А, сразу смотрим. Топчик. Не понял. Ребят, первое откисаем. Не-не-не. Нормально, нормально. У нас братюня, блядь, в Майнкрафт играет, блядь, часов 20. Я одну прокомментил, вторую, типа, хочу поиграть. Самый слабый штаг. Ага, понятно, понятно. У них лягухи какие-то непонятные, блин. Из три из трех, блядь, сдох от хуйни. А ты кому, Зак? Сука, пиздачелу, понял? А? Кому ты?
Я вот наша команда, вот. Да, это мы. Нихуя жирно, блядь. У нас тоже, наверное, это должно быть. Всё, окей тогда, давайте тогда, я запомню. Давай. Владуська, иди к нам. Из этого никак, да? Владуська. Запомнили все? Да. Я толстого побил. Давай тогда, слышишь, убивай всех, спавни и полетели. А как мне всех заспавнить? Со спавна все становятся с места? Да. Адики, красивые. Слушай, я сейчас не сварил сам. Ай, блядь. Давайте сюда, сразу вот сюда. Сразу в наш кустик, где? Где Вован? Сквадик. Где братюня? Братюня, ты где голос? Подожди. Все, погнали. Погнали. А что, начало уже все? Да. Нормально. Все. Бля, какой мир говно полное. Бля, а что это вообще такое нахуй? Ну, хуйня какая-то, я не знаю, говно насыпали. А сколько ПВП? Что? Это камни, блядь, цветные? Да. А, то есть мы еще не заберемся здесь? Не, почему можно? Так это песок, давайте его песок раскопаем просто. Погнали. Скиньте песковку. И давай вместе, А выкуп нельзя будет сделать, я же играю теперь. Да, просто прыгаю пока, да. Чуть-чуть мы слабые. Нормально меня вытыкнуло. Ладно, я сам добуду. Так, если кто-то из нас откиснет, будет админить. Или из команды Мяо. Угу. А Мяо, стоп, а Мяо не играет? Мяо играет. Ты где, алло, молодой? Иду. Давай быстрей. Сейчас потише звуки сделаю. Все, погнали. Погнали. Все, давайте побежали. Нам надо сейчас дерево найти. Бля, пиздец, не дерево, нихуя вообще, да. Блядь. Я первый раз такой бил. Какой-то. Я тоже первый раз. Что это, блядь? Где дерево найти? Тут его нету. Охуеть, а где оно может быть? В других биомах, там слева джунгли есть, мы можем, конечно, туда занырнуть, но там челы были. Ну они, наверное, съебались. Бля, я ебал. Блять, тут палки, короче, и есть деревья. Уже ночь. Наоборот, у нас тут джунгли. Да просто некуда идти, уже ночь. Но мы позднее всех развиваемся, я ебал. Нам не повезло. Да нет. Почему? Осторожно, паук, кстати. Блять, он сагрился. Арбузы, пацаны, горло. Осторожно, не ебнитесь. Нормально. Так что, а может вниз просто прыгнем, сейчас дерево налутаем и пойдем вниз дальше. Так давайте тогда вот это вот ломаем, тогда деревья добываем. Мы под пещерами будем? Коны другой какой-то ПП. Миша, вы где, сука? Хуя мне какао, да просто так сломал. Это вы лансера, Ник? Да. Джангл. Так, понял. Такс, вы где? Мы го вниз прыгнем, то по-моему, да, есть. О, да, го прыгнем. У вас достаточно? Так у нас дерева нет, блять, куда он прыгнул, долбоёб. Блядь. Я пока добываю здесь. Давай, да, добудем. Окей, вот эти прыгаем. Сейчас мы дерево добудем. Бля, я хуй знает, кто-то не буду кричать. И нам еда нужна, я не знаю, где нам еду брать. У нас хватит. Почему не хватит? Ну у тебя сколько их? 17. Я тоже. Они восстанавливают по сколько? По два, по полтора. Ну и чё? Так, я полетел. Вон, давай. Ну вот в джунглях тоже нет еды. Пошли. Пойдем. Ты где? Я внизу, давайте внизу, здесь эта пещера. Если ты нормалды. Тут Евгеха, блядь, поджигает. Ну что тут, лава, блядь. Я верстак уже сделал. Ты Евгеха поджег? Походу, да, блядь. Стоп, у него же креатива нет, как он меня поджег. Блядь, вы чё нахуй? Ты жёбнулся, что ли? А чё тут всё горит, блядь? Так дерево горит. Затушил. Лучший. Так ещё, блядь. Чё-то, пацаны, немного неудобно. Чё-то мы вообще... Тут ещё внизу горит, осторожно. Нашел! Бля, тут криперы пауки. Что там? Блять, хуета тут. Понял. Ой, еще. Ой, еще один. Кирка железная. Хорош. И все, какие-то семена, блин, грибов какие-то. Семен. Что тебе это самое? Тут Эндер этот. Кто-то там, как его зовут, я забыл.
Можешь взять, пожалуйста, это? Так, вроде бы все ок пока что. Вот, тут еще железо на мне есть. Сейчас я иду, где вот здесь? Вот тут, тут. О, железо нашел. А меня сейчас могут выкупить? Или что-то типа вообще? Ты уже сдох! Да меня скелет застрелил, я как зашел, так. Я тебя могу здесь, короче, остановить только. Сейчас погодь. Передо мной прям. Я прям перед тобой. Так. Только давай пиздуй отсюда, это наш. А вы меня. Так просто ты пойдешь меня к ним и все. Нет, иди давай своей дорогой. Серьезно. Ой, ебать тут железо, кстати. Нехер было умирать. Вот есть такая камень? Да, сейчас печку скрафчу, понял? Давай ты сразу двери. Мы тут были, да? Раз, печка. Два. Я вторую сделал. Блять! Пизда, я их привел, алло! Кого ты привел? Блять! Рейд боссов, сука! На босс! Сава, нахуй! Ебать, Фортнайт, Фортнайт, расстраиваемся! Бля, нормально. Пиздец. Он умер? Блять! Вы живы все? Печка взорвалась для весни железа. У меня 12 железа. Но это лучше, чем сдохнуть все. Все. Я вернул. А что, а печка есть? Или печка тоже нахуй взорвалась? Есть печка, вот же стоит, ты не так видишь? Так не, две было, две было. Дайте проход, у тебя крипер идет. Да, я штурю. Так ты, блядь, не мог отгородиться? Зомби с другой стороны идет. Че? Зомбаки идут. Отойди! Отойди, ну что ты сделал-то, блядь? Палки, ну ёбаный в рот. Палки, сука. Там сзади крипер еще залезет. Блять, застройте стену сзади. Я застроил, застроил. Все, зайди. Я не могу застроить стенку, потому что у нас еблан их загрел, блять. Есть инструменты какие-то? Похавать, есть у меня. Похавать, есть. Похавать надо? Давай. Уголь дайте. У меня, да, штучки угля. Вова, надо еще одну печку, блядь, пацаны. Можно нам воскрешение? Ой. Хуяли вы умираете все? Да? День забыли поставить. Так а это вам к это. Кто там еще админ? Так я могу что-то что спросить? Зак, Зак, так ты сам возьмись просто или припнись? Только один раз. Мужик, похуй, он уже ушел. Еды нет, пизда, вообще все плохо. Да я говорю, у нас арбузов не хватит. Так о чем? Давайте самую поставим ферму большую. Да. Давай. А земля... Бля, земли у нас нет. Бля, давай я прокопаюсь, где-то найду. Так, ребят, ну у меня железо дохуя. Железо ты железом, блядь, нам надо землю сейчас, если мы хотим ферму сделать. Нужно хотя бы немного оформить. Штучки три нормально будет. У нас просто воды нет. Можешь кто-то сейчас ведро скрафтить? Да, я могу. Я сейчас скрафчу. Уёбищный биом, блять. Согласен. Хлеб есть, говоря. О. А где вода? Вы видели где-то воду? Нет? Вон вода есть. Ну так и чё, он же реген не даст. Блин, давай, иди выйди отсюда. Да, давай, давай. Подожди, я не могу. Потолкаемся просто. Бля, водой, иди воду, вон. Вода. Да вы чё, ёбнутые, ребят, я вообще с кем попал, нахуй? Блять, лошадь, застройте нахуй. Так. Так, у всех. Всем щиты крафтить, да? Что крафтить? Да у нас просто у всех все очень плохо, если что. Так, чего через в это? Можно поаккуратнее просто играть с пацанами и все. Вова, щит возьми. Так, щит, это заебись, спасибо большое. Такс. Оружие бы сделать, конечно же, сейчас. Сейчас два меча. У нас крипер рядом с нами, и скелет, блять, вон там. На ванны дропнул. Так что лучше туда не выебываться. Блять, нет. Че, ебал, что ли, что он там будет, нахуй? Так, блять, айхавка есть? У меня есть немного арбузов. Так надо посадить как-то, блять, земли. Блять. Блять! Ну ебаный в рот! Че происходит, блять? Ну нам уголь надо понимать. Генерация мира, хуйня.
Ой, блядь. Это ГГ, блядь. Можно еще сделать гулаг, как в колде. Админ какой-то будет пшить умерших куда-то и даст по деревянному мячу, и кто выиграет, тот воскрешается. Что там всех зон нахуй зарезал? Да, стоп, сколько зоны делать? Убивает зоны 5. Зоны пятерых схавал. ХП мало. Да я в курсе, ребят. А мне делать нечего. Мне же надо бежать просто. Я и пытаюсь... Ну, я в тупике. По железу все за... Блять, по железу все заебом, башо. А нас просто ебануло внезапно за зону, и мы все кучей умерли. Какого хуя? Ну вот так вот получилось, видишь? Погребен заживо, погребен заживо, погребен заживо. А как вот, как это так, блять, возможно? А, не знаю, внезапно так типа шлепс, и все, и у нас куча, сразу минус все. Юху, минус все. Алло, Владусь! Сейчас. Алло, там орёт. А, да, надо РР делать, блядь. А что такое? А потому что все умерли, блядь, от зоны. Я не понимаю, как так вышло, типа, зона резко. Я понял. Так а что, их там возродить не варик вообще? Алло. Алло. Да, Вансер. Джерлуни, где? Да, я здесь, я с тобой. Где тебя возродить? А, где меня возродить? На, я не только один умер, там нас куча умерло. Блядь, ёбаный. Там кирка есть. Нахуй. Тоже есть. Сейчас, я вас потасну наверх. Угу. Да, есть. Так, надо бы вон туда спуститься, короче. А нас чё по идее вообще? Тут лучники, слышите, и крипер. Бля, не иди на них просто, бля, и всё. Не могу не идти, брат, извини. Давай я первый. Смотрите вокруг везде. Надо ящики с хавкой найти, это пиздец какой-то. Бля, здесь можем портал в ад, конечно, сделать. Чё, ничего. Делать будем? В ад, ух, хуэр, чё. Типа зельки в аду можно на рост взять. Сделать. Блять, сзади крипер, алло. Ты чё, блять, прыгаешь? Да пусть отплывет, бля. Все нормально. Еще один. Нет. Паук. Этот паук, я красный. Смотри, чтобы не пизданул тебя. Все, охуенно. Вова, ты знаешь, да, что щитом можно? Я там друзей веду. Алло! Килься, там лучник ебнутый, блядь. Если че, скелеты быстрые на рельсах. Вова, слышишь? А. Ты знаешь, да, что щитом можно доджить крипера? Да. А, блядь! Блядь, ёбнуть. Нормально. Может, что-то ещё найдём сушку. Смотрите, чтобы коровы были. Лошади тоже, кстати, сойдут. Угу. Ну вот, ребят, я и поиграл. Изначально я выбрал не то, блять. Дайте мне инвиз. Изначально я не выбрал не ту позицию. Мы убежали в хуй знает куда вообще. То я не знаю, они так далеко уплыли или что, блять. Где биом-то этот самый? Использовал. Да какой рестарт, ребят, все норм, все а живы, кроме меня. Там сейчас тебе баб дается на скорость. Ну да, ты ускоряешься, его там... Пойду заныкаю алмазы, блядь. Гейм... Отпустите. Гейм мод. Копай, иди, блядь.
Как плеткой пиздец. Мы когда сосиску... А меня видно. Или не видно? Сейчас FN. Не, не видно. Норм. Сейчас заныкаю, короче, алмазы, посмотрю, что будет. Ебаные джунгли, блять. Сейчас все фармятся, я просто не понимаю, где центр. О! Охуенное место. Как думаете? Нет, меня видно все-таки. Сука, из какого хуя? Ладно. Такс. Сейчас заныкаем тут алмазы. Значит, мне нужен сундук. Сундук. Знаете, что надо сделать? Пам-пам-пам. Бабабуй. Вот так сделаем. Как бы ловушку такую пиздатую придумать? Чек не прошлый донат, нажим. А еще можешь алмазы на высокое дерево в джунглях постить. Будет сложнее достать. Какого хуя? Схуяли, блядь? Что за хуета? Да ладно, блядь. Нихуя себе, я не знал, ребят. Ну, я сюда алмазы-то в любом случае положу. Ладно, возьму целый стак на всякий случай. Сначала... А, там палится, смотрите. Как бы сделал, чтобы не палился? Через блок поставь. Да не, не увидит, наверное. Знаете, в чем прикол может быть? Какой-то блок надо бесполезный поставить. Вот так. Потестируй. Да ща ебанет, блядь, зачем? Алмазы на... Так, какой корды, блядь? Алмазы на 727.320 минус 633
.255. Да и похуй. Сейчас посмотрим, будут хитрые или такие чувачки. Кто-то идет? Нет? К нему. ТП. Надо запомнить координаты. ТП. Эти у нас. По прямой тут 870. Кто тебе? Школьник. Вот, да. Ты кому ты говоришь, блядь? Там Вова был. Альцест, мы если что отрёмся, то мы на те координаты бежим. Блять, почему я не инвизный, блять? Какого хуя меня па... Ой, зона, блять. Чего, блять? Уже опять, блять, близко. А хули она резко-то так идет? Ну, кстати, мы отошли. Как инвиз себе сделать? Нет, у меня нету. Админы, верните мне инвиз, блядь. Ну, минус, ну, типа, минус. Во, есть. Ищет, ищет, ищет. Не, мне близко. Привет, Вова. Здорово. Я пишу плагины для Бакита, Спигота. Если хочешь, то могу воплотить все твои грязные желания. Естественно, лучшему стримеру, бесплатно. 827, ТГ указан 827, в нике. Еще вперед. Все, чисто вперед лети. Так, ну они вроде... Да, они по кордам идут. Я, блядь, не помню, куда его поставил-то. А, во. Ну-ка, смотрим. Я не вижу там людей никаких. Спасибо за донат. Там реально алмазы. Дерево, 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 дерево. Там, там динамит под ним? Там динамит под ним. Уходи, уходи, уходи. Блядь, чё так долго-то надо? Бабак ебаный. Блядь, в чём прикол 20... нахуй? Ну, 20 алмазов у меня. А, ты забрал? Всё, та там был динамит. Хуяли, блядь, он пукнул, так как ебло. Ебать, серьёзно, нихуя. Всё, хорош, блядь. Чё? Погнали, сейчас тут будет дохуя людей. Да-да-да, нахуй отсюда, блядь. Тут не будет дохуя людей. Ну, сука, я тогда, блядь... Я сейчас другим подкину. ТП. Кто у нас жив? Евгех. А, он бежал за алмазами. Умереть можно. Опа, замес еще будет. Скелет запиздит. А чё там прям за ловушка была? Просто сундук и динамит, да, под ним? Да просто сундук с ловушкой и с динамитом под ним. Я не знаю, нам хватило убежать, чтобы вообще дамага не получить. Сука, я не понимаю, какого хуя. Сундук, ловушка из Майнкрафта. Не, Вова, такой ловушки от него просто это нечто. Погнали зарываться, у нас типа есть на два нагрудника и даже на чарку. Сейчас скажите ему, что там динамит видно было. Еще один на чарку даже хватит. Сделайте лучше кирку одну алмазную. Ну кого ты бьешь, блядь, дурак нахуй? Ты кому говоришь? Того меня пнул, и у него, он же в этом, он не в наблюдателе же, а в инвизе просто. И с блоком полетел куда-то, блядь. Шизик, шизик, че. Так, ладно. Не, кстати, в горах опасно, тут крысы ебут. А хотя тут не хорошо. Так, ребят, у меня есть задача для обезьяны. Больше всех выебывает. Сейчас буду заставлять стишок рассказывать.
Рассказывай стишок, хуета, блядь. За базар ебаный. Мама твоя проститутка. Мудофиус ебаный, блядь. Я не буду его возрождать. Схуяли его возрождать должен. Ну не возрождать же, правильно? Ну типа схуяли. У меня было условие. Алло, алло, да, алло, 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 что случилось, алло, 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 что случилось, алло. Ты охуел, блядь, ты как это сделал, блядь? Алло, алло, что случилось, алло. Алло, алло. Без ресов тупо, ёбнул. А чё у тебя еды не было, а, бомж? Алло! Чё у тебя еды не было? Возрождай меня, говно! Ладно, я его возражу. Чушка ёбаная. Маму твою ебал. Возрождай давай нахуй. Хулите плексы. Я твой мама! А ресурсы мои где, блядь? Я серьезно, блядь, я тебя ненавижу, нахуй. Чухан ебаный. Я ноль дамага, блядь, получил, убивая его, нахуй. Маму взорви, нахуй. Наберешь, блядь, столик ебаный. Давай, иди нахуй. Пиздец, он развыебывался, ну, я хуй. Я не буду его тэпать, блядь. Сука, ебаная, блядь, проститутка. Если не телепортируешь меня в течение 3 секунд, твоя мама не будет жить долго и счастливо, понял? Я тебе, сука, завтра вывезу нахуй твою машинку стиральную. Хорошо, я буду доволен, если ломака, блядь, хотя бы себя, блядь, вывезет из дома, нахуй. Да пусть тут сидит, блядь, похую на него. На носу лежу! Потому что у тебя есть щит, сори. Сори, это реально моя ошибка. Так. Так, так, так. О, мы на... Они, он пишет, мы на 884-78. Так, так, 30, 394. Ну все, Женя, я так долго не вырубал музыку, алло, мешает реально. Сундуковушка обратно. Часть алмазов. Походу сейчас ты. Женя, блин, ты реально долго включаешь, перегибаешь, брат, ну реально. Я включал на 5 секунд тебе звук, блин, максимум, даже меньше. Так, посмотрим, что там у остальных. Так, так, так. Тем более, плюс АП, да, за мой же трек прилетит. Вы что было? На меня напал сосиска. Я был без ресов, без ничего. У меня был один щит. Он садится в свою лодку, начинает за мной плыть. Я выхожу, даю ему по щам, забираю одного, и потом выходит его друг, забирает тоже. Да это этот. Привет, удачного стрима. Помню, давай. Были рекламные стримы. А пошли к Моди, где Моди? Можно ли ждать их в будущем? Воу-воу. Жду возвращения. Пошли к Моди. А, это ты включил? Я украинец. Да, наверное, скорее всего. А, это Союз. Должен, а, это Советского Союза, я думал, это Россия. Да, это общее, это общее. Я не буду ломать и возвращать шмот, что он пиздит мою мамочку, блядь, любимую. Чё, а пошли Моди, где Моди? Блин, охуевший, он, блядь, он кабан. Он ближе к нулям, короче, куда-то собирался. Нет, он написал мне свои корты. Подожди. Вот сюда. Кто у нас еще? Подожди. Посмотрим за... Я бы сейчас сказал... А, умер, что ли, тоже? Бля, ну мы там откисли, у нас весь так откис. Бэтбир откис. Евгеха откис. За Заком посмотрим. Так-так.
Там, а, вижу какую-то башню с TNT. Сейчас, это, видишь, да? Вот, вот здесь я пошел сюда. Опа. Опа. Здрасте. Так. Вова, дай лобку. Надо снизу взрывать. Сука, долбоёб, блядь. Он, блядь, не успокаивается. Он думает... Он не успокаивается, ребят. Нахер поджигай. Ведро убрал, кстати, зря. Так, так, так. Да, серый, не лагай, не сейчас. Алло! Алло! Нет, там есть хотя бы что-то? Это не тепайся так ко мне. Нет! А чё на моей совести? И беги клансер, беги клансер. Он ещё жив вроде. Кто жив, ты его взорвал, блядь? Не, лансер ещё остался жив. А кто Зака взорвал? Да так, есть один человек. Нахуя? Нахуя его поджигать это? Чё, давай. А, survival мод, спасибо, блядь. Спасибо. А что он, блядь, удивляет? Так овещам моим, пизда. Ну так и правильно, балансим за Квеля, потому что он слишком жесткий, я вам так скажу. Я бы, знаете, еще за кого забалансил? Марину, блядь, вот я бы забалансил. Дух Владуши, вы изыди, блядь. Вот кто со мной рядом? Кто вот со мной, иди ко мне. Это так, я. Отойдите там, сюда. Опа. Я копаюсь. А, тут уже все. О, тут грыни. Так, и мы отошли от все нормально. Ну что, нормально. Ты, погнали лаву пул искать и делать зачаровальный стол. Давай. Ну ты уйди! Блядь, да заебали они нахуй подставлять меня, блядь. Ты кому говоришь? Опять? Я... А, ну тут кто-то, я понял. Да. Я очень хочу ведро воды, поэтому... Чуваки, вот кто извинить. В невидимости ходит, блядь, пожалуйста, очень сильно прошу, давайте я без... Твой мама. Вы толкаете, блядь, у вас чувство... У меня в лаву уже один раз бутылку столкнул. Так это ж не я был его в лаву столкнул. Ба-ба-ба-бау, так, а у нас еще живые чуваки остались. Мне интересно сейчас понаблюдать за... Кто еще у нас из живых? Сосиска, вот, скажи, всегда вот, такой тупой? Да. Понял. А, это важно. Слышишь, алло. Серафима вспомнил, как вы делали веселый контент. Спасибо, ностальгия. Библиотеку. Спасибо, спасибо, пацаны. Смотри, так, смотри, всем. Вперед, смотри. Это дерево. Да, да. Сейчас я жду своего напарника. Так. Ага. Сейчас, подожди, возьмем лодку и, наверное, поплывем. Не, есть лодка. Да у нас просто это рука уже воскресили. Какая-то катка. Да, блядь, что... охуенная, блядь. Так, фью-фью, получай. Марина кого-то убила там. А, так они там с кем-то дрались, стоп, там можно подсосать шмотки. Короче. Короче. Сейчас. Ну не, я уже не подсосем шмотки, ладно. Дать ему алмазы. Их сейчас 6 нашел. Так сложно перемещаться, пипец. А, вижу. Не, если вдруг вода начнется... Слева. Вот, пизделка начинается. Идите нахуй. Бегите, блядь. Ебучая зона хуйни. А ломака где? Она да, когда становится эта залупа? Она на развороте будем. На развороте, пацаны. Так, а где?
Во, Зак. Уж бы железо дали. А, это еще и угол. Нам пизда. Блять. Стой. Блять, только не вот. Ай, только не поп, блять. Ай. Не пизда. Слишком сильно бьет. Это еще угол оказался. Стена очень быстрая, даже типа убежать. Да. Заквель умер. Ломак что, бессмертный, блять? Нормально, все нормально. Бля, зона реально ебашит. Жестко. Ой, бля, мы в углу, сука, справа тоже зона. Да, они вот поняли, что они тоже в углу. Ну им тоже хана сейчас. Если они на лодке будут. А. Ой, сори. Это мы были. А кто у нас еще остался? Слишком зона быстро хавает. Вам хана, я хочу сказать, да. Вы тоже сейчас смотрите. Да ебаный господи, как я ненавижу джунгли, сука. Бля, я сам ненавижу. Смотрите сзади. Писта! Чё, зона вообще пиздец быстро. А чё она вообще останавливается, а блин, собирается? Это... Блять, а куда зона идёт? Ебать! Так зона вообще была в говне. В смысле, идиот на Вове, идите нахуй. Останови, мяу, останови. Хуйня, да мяу, останови, типа мы даже пиздиться не можем в ней, ты понимаешь? Нет. Ты меня убил. Нихуя себе. Ты меня убил? Нет, ты меня убил? Ты меня убил, ты теперь терпи. Морда, блядь. Охуеть, блядь. Пиздец, блядь. Ну не, ну это шикарное, конечно, будет. Так, мне интересно, где еще люди? Бля, я так терпеть не могу джунгли. Самый уебищный биом в этой игре, блядь. Самую... А, я понял. Центр зоны был вот на точке, где мы, в принципе, и фармились. Прикол. Я так ненавижу, блядь, джунгли, пиздец. Это вот я поэтому и не побежал туда, а побежал туда и понял, что там пусто. Привет, братан! Вот всё. Так вот, Марина, всё. Марина. А всё. Я не понимаю, блядь, какого хуя происходит? Ебучий апокалипсис какой-то. Чё за кал, блядь? Алло! Бегите, там зона. Да я понимаю, блядь, я вижу. Как тебе и надо, Марина. Убила меня, вот ты сама. Давай, спасайся, Альцес, спасайся. Дрейк, всё, давай, Дрейк, просто, как какаши-сенсей, давай, Дрейк. Давай. Не, ну они живут, там уже чуть-чуть. Альцес, Дрейк убивай, нахуй. Всё, Рипич, всё. Давай, Альцес, ты почти это сделал, Альцес, ты красава. Лучше. Вот с Дрейком пиздится на краю зоны. Давай, Альцес, тащи. Альцес, давай, назад его откидывай, давай. Назад его откидывай. Так, нас так, блядь, а вот эта зона, она по рофлу сужается, да? О, блядь! По рофлу. Да, это не мы. Пизду, блядь. У нее есть предел, типа, или нет? А что она бесконечно сужается? Она бесконечно, что за хуйня? Почему зона реально бесконечно сужается? Это стена смерти. Блядь, я сейчас просто рулю. Вот он, двухжизненный Заквиэль. Зак, почему тебя возродили, Зак, слышь? Или это противозаконно? Он влиятельный просто, Жень, понимаешь? Так чё тебя возродили, слышишь? Бля, ну я ебал вообще. Слышь, чек в атридроп, а чё тебя возродили? Блядь! Заквиэль, а как тебя возродили? Хуя, а чё он возродился? Лучше возьми плагин, который делает подлянки за донат или голосование в чат. А, не слышу нихуя. В смысле? Это не огнём, хули ты выёбываешься? Это не мы делали. А кто? Схуяли, блядь! Ах, ты говну, блядь. Пиздец, охуели, блядь. Вот! Ты почти в центре. А, все, пока. А, все, заебись, зона. Ломака. Зона 10 из 10. Давай, помогай. Что-то я не понял. Все, до свидания. Я не отпиздил. Какого хуя, я не пойму, возрождали его и тупешили, блядь. Схуяли, блядь. Ни хера себе крутые. В одну харю. Ну все, получается, убивайте Альцеста, и вы выиграли. Не надо. Альцес, давай. Опа, Альцес! Вот она. Да, блядь! Я не понял, блядь. Бедный Альцес, ну реально бежал. А, блядь! Всю жизнь бежал до этой зоны, блядь. Своей смерти. Прям как я выкапывался. Все, мы победили? Да. Нет, что за хуйня-то, я не пойму. Вам повезло, блядь. Во-первых, зона бесконечная, мы нахуй по ебучим джунглям бежали. Да, джунгли капец. Во-вторых, блядь, у нас Ломака сдох. У вас Ломака имел наглость возродиться, дать себе алмазку три раза, блядь. А даже все равно отхуй. Серьезно? Да, чтобы вы знали. Так в смысле? Не-не-не. Да, всем не. Ой, выиграли. Это самое уебищное, блядь. Это фейл режим, вот конкретно это фейл. Ломака забанен, мне похуй.
Иди нахуй, ты меня убил, блядь, сначала, нихуя не вернул? Да, убил, да, нихуя не вернул, ебла, а потом что-то проправил, говорит, иди нахуй, понял, блядь? Я тебя сейчас еще кое-где забаню. Давай, блядь, давай нахуй, пиздец сидит, выебут нахуй. Царь, король, блядь. За какими словами ты сам руинишь, а потом говоришь, что я, ебать, хуйню какую-то блядь, сделаю. Ребят, чел получил пизды за то, что мать мою хуй сосил. По-моему, я считаю справедливо. За что, я тебя взорвал за мать? Гуляй. Ча, блядь. Рофл нахуй. Все тиммейты убили, блядь. Короче, кто у нас выиграл, блядь, получается? Мы... Вася, я тебя поздравляю. Смотрите, я первый умер, я считаю, что можно дать медаль. Какой там призовой фонд? 70 или 50? Я в прошлой игре лутал ад почти. В смысле я ЧСВ, блядь? Вы чё, ёбнутые нахуй? Не вы ли пиздели мне, когда я спизданул на мать Жужо, блядь? Ебать, переобувочная, боже, блядь. Охуенно. Естественно, я его не навсегда забанил, но пусть посидит. Но он что-то развыебывался сегодня, это правда. Я бы его не трогал, если бы он не выебывался. Он себя так обычно не ведет, кстати, если что. Что-то с ним сегодня такое, блядь. Не, ну так, блядь. Три раза себе алмазку дал. Три раза, блядь. Три раза дал алмазку. И три раза возродился, блядь. Ну окей, ладно, я тебя один раз убил. Я тебя возродил. Окей, один раз он умер за зоной. Второй раз он умер за зоной. Третий раз он заспавнился. Ему фыф-фыф дал пизды. И он еще раз возродился. И он выдал себе броню. И тогда я его уже кикнул и забанил, чтобы он просто не перезаходил, потому что он перезаходил и дальше пиздился. Это вообще дичь. И еще, чтобы вы знали, я его тпхнул на динамит. Я говорю, сейчас его заставлю стишок, блядь, рассказывать. Он мне сказал, маму твою ебал, прыгнул и разбился. Он сам прыгнул, сам разбился, типа. Нормальная хуйня, нет? Я считаю, типа, пусть гуляет. Мама проститутка, блядь, мама проститутка. Прыгает, блядь, вотердроп у него не срабатывает, и он разбивается, блядь. Потом орёт, алё, мама твоя шлюха, блядь, а ну нахуй меня давай, блядь, типа воскрешай. Я такой, чё? Воскресил его голым, блядь, заставил бежать, ну всё. Да, я, кстати, хуй знает, чё он себя так ведёт. Ну, короче, почему такая хуйня была? Вот это конкретно говно, потому что настройки отрубались, надо было рестарт сразу делать. Надо было сразу делать рестарт. Предыдущая катка была заебись, эта катка была говнища, потому что, блядь, во-первых, что-то с зоной, блядь, не то. Во-вторых, блядь, какого-то хуя... Это что за биом? О, охуеть, я деревья только увидел. Надо было сразу РР, потому что там что-то пятеро, блядь, откисли, что-то откисли, блядь. Откуда у Ломаки опка появилась, тоже непонятно, кстати. За Квель побежал, блядь, с армором, тоже хуй пойми. Поэтому такое себе. Предыдущая катка заебись, это такая себе катка была, если честно сказать. Да, мне писали РР, но что-то, блядь, у меня просто, видите, оперативно админы не слышат. Админы такие, мы тоже хотим поиграть, поэтому как бы их воскресили, отправили. Ну, слушайте, когда я сказал, что по фастику должны поиграть, должно было как-то... Не так быстро, блядь. Бахнет. Не, Заку опку дали, потому что он настраивал, он тимы нам сделал. Зак нам сделал тимы, а вот как у Ломаки опка появилась, я что-то и не понял. А как посмотреть... Допустим, всех опнутых на сервере. Чат заебал души. Ну-ка, где? Сначала экшена просит, а потом нует, что ЧСВ. Все, тиц, сами тиц, хватит. Кидаете, как посмотреть пописать? Всех? А потом оп, лис, по-моему, говорят. Ламака бесячий, сегодня до ужаса. Лис назначен... Так, ну окей. Выдано, да. А у Ламаки как опка оказалась? Дёп, Ломака. Он не является оператором, а кто ему подкидывал тогда?
А. Шидиоп. Не, нихуя не работает. Сервак какой-то пустой слишком. Тут нету банальных команд, кстати. Табом. Ну, уже все вышли просто. Вот, например, забанить можно, а разбанить, видимо, нельзя, блядь. Надо, короче, подумать, что бы еще добавить. С Войсом сегодня экспириенс пиздатый был первой катки. А надо бы подумать, что еще добавить такого. Я говорю, я очень хочу ХГ устроить, каждый сам за себя именно. Вот прикольно тимиться, прикольно заебись все. Но вот ХГ было бы прикольно, каждый сам за себя. То есть, ну как, вы играли, я думаю, это баян, это уже не ново. Поэтому... Да, может быть, блядь, отдохнуть, блядь, от Майнкрафта уже. Заебал на самом. Или норм, или заходит пока. Я говорю, давайте в ближайшее время организуем пиздатую хуйню. Такого, ну, может, вы видели где-то, и на таких серверах много где реализовано. Но есть сервак-сборочка с тремя режимами, с переключением. Будет прикольно. Я, типа, буду спектейтить, смотреть. Эта карта вообще планировалась на турнир, но турнир я отменил, потому что, блядь... Потому что его реализовали чуть-чуть раньше меня. Да, типа, вообще ограничивается очень много, на самом деле. Ну, все ограничивается фантазией. Но... Ей много. Но, говорю, с Войсом, типа, это пушка. Вот с Войсом таким это пушка. Правда, видите, под конец все заебались. Начали все пиздеть через этот. Поначалу правила все соблюдались. Было круто вообще. Чего я вообще нахуй взял? Чел, я ЧСВ, сука, я могу брать и ТПшить того, кто мне не нравится, понимаешь? Потому что я администратор. Понимаешь, ровным счетом, как и мент, который имеет право тебя остановить, понимаешь? С нихуя. Так, короче, ладно. Есть же боссы, можно наделать локации, заспавнить яйцам туда боссов, за которые сундуки с алмазами, как подземелье. Бля, ну это, видишь, это предварительно нужно карту делать. Предварительно нужно карту делать. Но было бы тоже прикольно, типа, рейд-босс. Бля, ну... Видите, тут сейчас просто на грани идет выживалку же реализовывать или все-таки пизделку ПВП. Вот ПВП, я считаю, что уже все, оно типа иссякло. Есть же боссы. За два дня, можно, но, наделать, блядь, локации все. И заспнить яйцом туда боссов, за которыми сундуки с алмазами. Как подземелье в Марпк, куда ходят рейдами. Координаты в чат слить. Окей, ломак, я типа перегорел уже, типа все норм. Просто типа что-то вообще сегодня целый стрим, блядь, про мамку какую-то, про разных мамок вообще ебешь. Пестрова маму выебал, я такой типа что... По идее, если что, кидайте, но нормальных идей особо не было. Я вам так скажу. В ближайшее время надо будет реализовать. Блять, там КС-ка сделана, чтобы вы знали. Ёбаная КС-ка, блять, с картами. Мираж, блять. Я бы хотел сам поучаствовать, попиздиться. Ебануться, все в майне. Там первое что-то тоже сделано, второе что-то сделано. Третье что-то сделано, я вот не помню. Да, но в любом случае, типа, подумаю. Я в любом случае подумаю. Завтра надо бы... Слушайте, я не знаю, что завтра буду делать. Я вам так скажу. Да, наверное, завтра устроим день видосов. Перерыв возьмем. Потому что майн, если долго в него играть, он заебет в конечном итоге. Майн послезавтра ебанем, я думаю, карты доделают. Мне нужно, чтобы Бэтбир сказал, кстати, я сейчас мучаюсь в этом дискорде.
узнаю как раз. Бэдбир, заходи в этот стримерскую. Ой, в Майнкрафт первый. Ну, я уже тут, я тут на подхвате как бы. А чё, на подхвате, кто другая. На подхвате. А, смотри, чё у нас там по картам режима? А, ну, арены все готовы, ну, КС-ка тоже готова, пару карт в гонках тоже готовы. Не все, конечно, пару. Пару есть. Есть старые еще карты, которые не все видели. А как это будет? Есть старые даже, которые не играли. Чё? По функционалу, ну, нормально все. Типа, а можете сейчас запустить, я пацанам покажу. Сейчас КС-ку. КС-ку? Ну, да, КС-ку там. Самую вот вообще, готовую. В принципе, с лобби есть вариант? Сейчас охуеть. Ну, это я за анонсу на послезавтра нормально будет делать? Доделать? Не знаю, на послезавтра. А послезавтра что у нас получается? Суббота? Может, до воскресенья дашь хотя бы? Какой послезавтра день недели? А послезавтра получается суббота? Так. Что-то дай свой ник. А? Дай свой ник. Залупкин Егор? Да. По стандарту. Сейчас охуеете. Ну, это уже не наво, на самом деле. Это типа фижина, блядь, кое-откуда. Но... В целом лобби же у вас там есть, правильно я понимаю? Текстурпак будет, все дела. Да, в субботу сквозь баб у меня должен быть, да, я помню. Восемь? Ну, норм. Сейчас такой, чувак, утра или вечера, я просто не понимаю. Блять, как я сегодня вообще, я сегодня поспал 5 часов, нахуй. Я себя чувствую как говно, я нихуя не ел, чтобы вы знали, целый день. Я съел только этот. Круассанчик ебаный какой-то. За зоной он заблочит команду, и все будет нормально делать. Блять, Авер, у нас админы тупые ебланы, я их не могу с тобой, блять, никак состыковать. Я им, блять, написал, напишите, они нихуя, блять, не сделали. 5 раз нахуй лансеру объяснил. Напиши, напиши. Нихуя не написал. Плюс ему похуй. Так, сейчас сюда тоже одного из организаторов мувну. Давай, давай. Может, он тебе что тоже расскажет. Интересно. Алло, привет. Алло, привет. Это я, мастер данжен. Даже мастер. Денис, мастер херабрин. Сегодня мы будем... О, не туда мувнул. Сименкам. Оп, варды. Здорово. Здорово. Так. Это что, сейчас, один подожди, человек разговаривает? У меня такая проблема. Подожди, у меня аккаунт, Ламба. Кажется, спиздили. Или Фера. О, я, кстати, приобрел. Феру? Нет, такая. А, ну получается вот этот вот IP-адрес. Который нельзя палить, естественно, да? Да. Конечно, а нет. А где ты его скинул? Ну, в Discord вылез. Так, посмотрим. Так, что у нас там будет? Так. Че он 12.2-то, блядь? Стабильная версия. 12.2 надо? Да. Да, 12.2, да. На 12.2 все самые лучшие плагины. А там много чего на плагинах сделано. Сейчас тогда подождите. Все, ждем. Я зайду в свои лицензии, ребята, на 12.2, чтобы... Выебывает свои лицензии. Это долго у меня лицуха живет, кстати. Чё-то. Блять, третий раз мне пароль ебаный меняют. Спасибо. Парни, покупайте аккаунты только за 15 копеек. Нет. Которые у вас... Аккаунты, блядь, чё за нахуй? Нельзя аккаунты покупать, нельзя. Бэкбир, знаешь, в чём рофл? Я купил официалку на официальном сайте. Меня ее пиздят больше, чем у братюни, блядь. Какого хуя? Так потому что, дружище, надо защищать свой аккаунт. Никому не сообщать нельзя. Нельзя такого делать. У вас это очень большой риск. Работает, работает. Ну заткнись ты уже, ёб твою мать, Бэдбир, блядь. Сейчас наговоришь мне нахуй. Все. Блядь, я ничего не говорю. Пойдешь со мной, блядь, улицы подметать и на заводе въебывать. Зарплату буду откатом делать. Загрузить автоматически, да. Так, это что у нас? Подожди. Это лобби. День первый дуэльс, день два.
Непонятно, что это. Бля, you have no permission. Дайте опку. Блять, мне не дайте писали. Опку, погоди. Та-та-та-там. Я дал. Попробуй. Вова, опка есть, если что. Ай, блядь, за что? Мираж, оверпас, нюк. Как идея реализовать пупс-огнестрелом или зомби-апокалипсис, и вы разделены блядь, на команды и можете коннектить, либо убивать друг друга за ресы, что скажешь? Ой, блядь. Классно. Да, ребят, вот не, это... Не, забей, так неожиданно просто сказал про КС, что у нас особо ничего сейчас не было подготовлено. Не, просто текстурпак, по идее, он просто должен будет скачиваться, ну... Да, дайте мне его сейчас, ёб твою мать. Ну, могу зайти просто. Паркур пошел, нереально. Вова погрузился. А чё там у Хесуса Майнкрафт процветает? Ну чё-то там так. Кстати, чё там по билдерам уже? Бодбиров, грустно, шаришь? Грустно. Так блин, любой сервер по Майнкрафту от стримера, блядь, всегда да, там грустно, да, да. Ну правда. Если от какого-то ютубера, то там уже повеселее. Да, 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 да. Нет ни одного успешного, блядь, скажем так. Блядь. Практически. Твой уже умер. Так, умер, блядь, сейчас скидываю, назад, скидываю текстурпак. Перезаходите. В ЛСе скидываю текстурпак. О, есть. Странно. Все, на самом деле... Это странно. О, имеется текстурпак. Загрузка пакетов ресурсов. Если или его можно вручную, конечно, скачать. Передайте, пожалуйста, нашему, блядь, разработчику, чтобы он меня вписал в ебучий whitelist. А как это? Стой, как там команда whitelistat? Да, 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 да. И никнейм. Все. Что за, блядь, хуета? У тебя sleepy word, да? СП. Попробуй. Сейчас. Там whitelist через консоль забей. Мы не можем отправить вам текстурпак, блядь. Хуяли. А тогда попробуй по ссылке скачать, которую тебе просто отправил. Давай так и сделаем. Давай так и сделаем. Dropbox. Па-па-па-па-пау. Блядь, и ссылка не работает. Бля, ребят, у вас хоть что-то работает? Вот просто мне вопрос. Хуяли не работает, работает. Чё-то я не уверен, что она работает. Работает. Серфер стартует. Я три раза скачал уже. Так, короче, спонтанно решил, блядь, Бэтбир сказал. Сказал бы нет, блядь, нет, ссылка не робит, привет. Ну, блядь, сейчас, подожди, я залью Дискорд. Блядь! Хочешь такой зрителям показать, в итоге такой, а, блядь, это не робит, то не робит. Тут нихуя не работает, блядь, вообще, ребят, мы нихуя не сделали, это просто пиздёж. Нихуя не сделали, все, давай, пока. Всё, не, да. Просто так неожиданно подняли. Все, да. Не, типа, ну, сижу, большинство работает игре. Просто, типа. Все, сейчас текстурпак закину, зайду. Сейчас. Паный рот. Типа, арены. Ресурс пак, Counter-Strike. Все, кинул, захожу. Типа, странно, почему у тебя просто ресурс пак не качается, должен скачиваться. Да, вот этот вопрос вы должны решить, ребята, конечно же. Конечно же, вот этот вопрос интересный. Урегулировать этот надо, вопрос да. У нас до этого решался, типа, в чем проблема? Он раньше у нас скачивался, это сейчас просто неожиданно подняли, типа, все, полетело. Невероятно, невероятно. Так, есть. Надо, значит, ресурс пак включить. Несовместимо пишет, блять. Это ничего страшного. О! Такс, есть, отлично. А как мне теперь начать? Заходи на Мираж. Мираж, ебать. А, ну вот. Так, ну-ка. Выбор команды. Случайная. Я за спецназ, ребят. Угу. Игра начнется через 11, 10, смена 9, роля. Так, блять, закуп нахуй. Охуенно текстурпак встал, ребят. Ребят, спасибо, что вписали в whitelist.
не за что. Ух ты, у меня мотыга, блядь, за 200 долларов. Ух ты, мотыга какая, блядь, великолепная. Вау, сейчас пойду стрелять с мотыга, ребята, блядь. Подожди, а ты применил пак? Да. Он точно стоит? Точно. Не, у него не работает, забей. Так, ну ладно, я пойду мотыгой хуярить, мне похуй. Ну не, ну ты все еще можешь кинуть дымовую гранату. Великолепно. Так, работает правильно. Я тебе так скажу, у него там, там тоже какая-то другая текстурка вроде, если на гонке. А это не может быть из-за этого, из-за содиума. Тихо, все норм. Где, блядь, кого мочишь? Не, может, просто не применил. Да, блядь! Сука, умри. Бомба выпала, блядь. Кого пиздить-то непонятно, блядь? Ну ты за КТ, блядь, Вова. Да, как понять, кто КТ, а кто нет, блядь? Ты синий. А, цвет брони, цвет брони. Какой брони? Цвет брони. Вон, броня у синяя, красная. У террористов красная. Так, мне похуй, я закупаюсь, блядь. Сколько денег у меня? О. Справа свечивается. Lock and load. Все, погнали нахуй пиздить их. Такс, ну-ка. Throwing a fireball. Сука! Да какого-то, блядь! Ваня, знакомая ситуация, да? Оф, ты стреляй на правую клавишу, что ты на левую ты стреляешь, мужик? На левую это... На левую перезарядка. Блядь, ну а вы нахуй можете заранее сказать? Сорян. Да не, на самом деле мы просто подождали, когда зафакапишься там вот это. Блин, надо сюда запустить 10... 10 на 10 ютуберы против стриберов, слышишь? А, там не получится 10 на 10, там максимум 16 слотов. 8 на 8. По-моему, да. 8, 8 на 8. 8 на 8, ютуберы против стриберов. Сюда, блядь! Сюда, блядь! Киберспорт в блокаде 3D. Где еще один? Я смог зайти. Все, отпиздил, что ли? Да. Ой, ладно. Окей, let's go. Ща им такой пизды дам. Чё за хуйня? Чё? Вы чё, на Б ушли, суки? На нахуй, всё, блядь, тактика пошла. Пошли на Б, блядь. Варди. А, чё? Вебку чекни. Зачем? Блядь. Я через вебку экран вывожу, если чё для тебя спасибо. А, если что, я уже зашёл, я уже через ГМСП смотрю. А, чел. Ты легенда, братюнь. Ебать. Братюнь, давай я тебя кильну, слушай. Давай. Или я сам могу. Нет, где, блядь, суки, тут я не работает, это запрещено. Все потерялись, блядь. Какого хуя, блядь, где бомба стоит? Лази, кильни. На. Так ты еще иди, слышишь, она же пикает. Ой, вам пизда сейчас, нахуй. А, да? Так меня кого-то. А, да? Зачем? Ну, а, ты ливнул, что ли? Подожди. Дали. Где еще один кент? Да, тяпни меня. Сейчас. Ну, короче, вот как-то так. Ну, да. Гонки, естественно, вы видели уже. Гонки там старые карты в перемешку с новыми, которые надо перенести. Старые мы не играли, которые. Парочку старых, парочку новых, так что, блядь. Чуть-чуть нормально, чуть-чуть пошло. Контента много будет. Контент там нормально будет. Да. Хуху, ребята, выходите. Не, вообще арена, самая главная арена должна быть. На самом деле... Не, подожди. Загрузка не работает, это странно. Все, на самом деле, ну, надо просто на арену забить. Нет, смотри, какая арена. Это будет интересно. Алло, блядь! Где снайпер? Да я ебал, я не понимаю, почему не регает, блядь. Хостинг 200 рублей. Ты не попадаешь. Надо чуть ниже стрелять. Да кого-то там, блядь, там сочинил. Да, тут. Ниже так, тут так. Такая Майнкрафт фишка. По-другому никак. Вань, хоть я тебе эту фишку и говорил, но ты все равно что-то мне всасывал немного.
Чуть ниже надо стрелять? Бывает, значит, да, три раза подряд очитка. Ладно, нормально. Чуть ниже, сейчас тогда я вам пизды дам. Согласен. Извините, это было, блядь, не фейс, это 128. На, блядь! Так, беру. Моё. Моя М-ка. Да, я понял, как играть нахуй. Тут. Легенда, блядь. 4400. Легенда, блядь. Легенда киберспорта в Майнкрафте. О, чё взял, чё взял. А где он? Шоу-матч. Купил гигл, okay. Который нельзя пикнуть. Ты, а, смотри, дропаешь оружие на пью. Да, пистолет выкинуть свой основной гигл. Блять, на Б по приколу нажимай. Блять. Свой, что ли? The bomb has been dropped. I'm reloading, cover me! Reloading! Пиздил. А, не, легкая. Как диффузить? На левую кнопку мыши. 30 seconds left. Ладно. Я думал, сейчас пистолетом будет подходить. Ну, прикольно. Bomb defused. Bomb defused. Ща, пацаны. Легенда киберспорта, блядь, просто в CSGO. Ща все будет. Лютая хуйня. В MindGo, блядь. Кстати, Майнго, спасибо за название. Короче, Вова, есть идея, да. Не просто летать и фидить, а можно открыть охоту на кого-нибудь из участников, и кто убьет, тот получает шмат или что-то еще. А, я ебу. Тебя опять ошибка. Чел, отлетаешь. Погоди. Парни, гон на ножах, забив. Не, чел, не. Тепни, пожалуйста. Я не вышел. Блять, нихуя. Да кого, блять? Я это думал. Нахуй. Че за локатор бомба? Че это за... Все, отлично. Блять! Хуйня какая, блять. Это нет, это, блять, это не регает. Не понимаю, что смысл. Кибератлета убивает ножом... В реал лайфе, да. Не понял, что там комментатор, блядь, говорит. Да, комментатор, как обычно, в сторонке. Так, хорошая идея, кстати, озвучить комментатор. Пойдем на Б, блядь, брат. Школьника какого-нибудь засадить сюда. Пусть озвучит. Сейчас с Роблокса берем какого-то челика просто. Сейчас пусть озвучит. Ой, блядь. Кстати, идея. Телевизор даже стоит, блядь. Так, подожди. Ты чё, подслушал, сука, или СВХ, блядь? Ты. Кто? Какой-то хуёвый, блядь. Да еби его нахуй! Куда тебе? Малой, иди сюда, блядь. Блядь. Всё, откис? Ну да, есть немного такой. Чё за хуйня? А, ну да, блядь. Ну тут прям так. Чисто. Дай мне запомнить. Блять, алло. Как Вань, советую для начала выиграть. Ух ты. Круто. Это что это такая хуйня, дорогая? Нихуя, я понял. Захавал бомбу. Я понял. Погнали, блять. Ща накажем. Удачи, там эта хуйня ебет жестко. Ну и ты эту куколку сейчас на раз-два. Да-да-да, Ваня, погоди. А у меня тиммейт стоит, смотрит, блядь. Чисто чекает. Блядь, ну наблюдает. Прикол. Теперь представишь, что это все будет нахуй виснуть, пиздец. 10 на 10. Да не, схуяли. 8 на 8 максимум. Тут просто не, надо уметь стрелять. Я умею стрелять. Есть своя фишка. Я говорю, я наказываю. Наказываешь. Ну, ранг глобал на основном аккаунте, как бы, не забываем. Чё, блядь, меня снайп.
Сюда, блядь! Не, ну ребят, а чё посложнее, есть противники какие-то? Не вижу просто. Меняемся, да? Да не, ребят. Играем так, нормально же. Нормально играем же, так. Общаемся. Так, играем. Состав пока что отличный, хороший. Если кто не понял, что происходит сейчас в данный момент на трансляции прямой, это CSGO Inside Source 2. Flash out. Если кто не понял. Жаль, что наши пешейдеров, наверное, еще мапы не покрутили, да? Да блять ты! Блять, это ж даже зашкварно признать, что он задрот в этом режиме. Стримеры гасят в прямом эфире. Да. Пиздец, что за хуйня? Майнкрафт, ой, КС. Ты чё, против Майна что-то имеешь? Да нет, не Майна. Ну, ладно. Ну-ка, Вов, тап, прошли, какой у тебя там КД? АВГ, АВГ какой? Крепочек. Топ-1. Топ-1, да. Перезарядка. Вы эту хуйню сделаете, она не работает. Вот да, я просто попал, оно не работает, блядь. Спасибо, ребят, спасибо, говорю, дайте попаду. Без прицела стреляешь. Да какой, блядь, без прицела? Оно не работает даже в прицеле, блядь. Если что, когда ты... Ты shift зажми с прицела. Если что, когда ты на прицел садишься, да. У тебя вообще ноль отдачи. Пиздёшь, shift зажимать прицел, открывать. Пиздёшь чистой воды, блядь, чтобы набрать классы. Уверен? Нужная граната работает. Улица. Кто умри, нахуй? Ой, пизда мне походу. Ну, бля, конечно, криво все, но... Да, в принципе, играть можно. Ну, а вы что думали, Counter-Strike Minecraft? Ну, надо немного доделать на Source 2 все-таки, движок новый. Ну, да. Согласен, согласен. Бэтбир, займешься? Займусь, конечно. Давай. Лично, Бэтбир. Лично займусь, я бы сказал. Значит. Бэтбир, короче, завтра. Завтра заходишь на сервер, будешь делать, да? Или как? Лично буду делать. Лично строить карту. Лично Source 2 буду. Ребят, ну реально, ну реально все, ну вы уже как easy, люди, все. Да? Я взял, вот просто ради интереса, блять, вот. Можно потыкать? Сейчас выйду под яму. Go. Так, стоп, сейчас я смог куплю. Не попал, блядь. Да сука, ты мне дашь попасть, блядь, посмотреть, или ты меня убивать будешь-то, ёб твою мать, я же русским языком объяснил, ну. Дай протестить, мне, блядь, вообще не в кайф играть в эту хуйню, блядь, лишний раз. Извините, конечно, блядь. 4 всё. Раза повторил, дайте стрельну, посмотрю, блядь, как работает. Выходи. Бля, как будто, блядь, мне так нравится, я, блядь, сижу, проверяю. Я не вижу, чтобы она регала, блядь, урон, например. А значит, она не работает. Давай. Криво. Ну и чего, блядь? Кто из вас дамаг получил? Этот. Вот я тебе получил. У меня 6 рублей. Че, голову? Не, по-моему, блядь, здесь. Тут еще и хедшот есть, блядь, залепить. I'm reloading, cover me. Не, ну знаете, если чисто стоять, тогда заебись. Оно стреляет с задержкой ужасной, блядь. Топчик. Это эйс. О, заебись. Ребята. Ой, блядь, пиздец. Это такая вот хуйня. Видишь, компас, когда взял, сейчас, секунду, сейчас тэпну. Не надо меня тэпать, я, блядь, снизу. Компас — это чтобы строить было удобнее. Ладно, ребят, играем. О, тут яйцо дракона.
Бля, Варди, ты бы видел, что у меня нахуй тут сейчас. Чел, ты бы видел, что сейчас у Воу тут происходит. Играл, спустился Вандер, блядь, на мираже, да. Парни, он в Вандере. Ребят, я слишком, в Вандер залез. Reloading. Ну да, тут надо намного выше брать. Где второй кадр, блядь? Я сзади. Иди сюда, сейчас пиздец. А, бля, я кажется понял, за чего это происходит. Ну, ребята, ну реально легкие, ну честно. Легкие. Да, я согласен полностью. Крипочки чисто. Да, чисто крипы, крипочки, правда. Сейчас нормально закупимся, сейчас раскид пойдет. Дядь, я просто научился сейчас, как стрелять. Надо просто ебало вниз держать, right, и все. Ладно, короче. Урыл, чё? Да нахуй мне твой смог нужен. Да, я понял, почему под карту тэпает. Компас? Да. Нет. Ребята, я профессионал. Ну ладно. Тут вопрос. Дело нихуя не в космосе. Подожди, что за компас, блядь? Ники парень. Дело в компасе, я в компас. Плагин на ТП через компас просто. Ники уберем, ребят. Ники уберем. Я думал, тут из-за ТП именно по координатам. Да, все, выключайте нахуй сервер, парни. Нахуй на переработку, блядь. Все хуйня, давай по новой, блядь. Офайте кто. Луксич, офай сервер, нахуй. Все, офай нахуй. Чё, дядь? Смотри, сейчас лицо треснет. Вот как выглядят дуэли КС 1 на 1. Непонятно все. Ребята, вы видели, как ему ляпку просто в голову дал? Как в эту игру играть, не понимаю. Okay. Да забей на руле, блядь. Братюнь, на руле надо покупать. На руле педали и блядь. У меня на клавиатуре мышка Вань. Почему-то... Да что это? Это я, профессионал. Ну, ребят, ну, что-то вы это, конечно. Кто тут, блядь, больше всех? На рулях играть немного, да? Да, ребят, еще и бонихоп, прикиньте, в комплекте. Я сейчас вам такое покажу, 2016-й, хотите покажу? Давай. Поехали, ща. Работаю. Погнали. Ребята, вы этого ждали сколько? 4 давай, года? Давай, пошел. Ай, блядь. Вау! Reloading. Блядь! Они меня приняли на двоих. Чё, 2016? Ну я сейчас 2016 в другое место сделаю. Давай. 2016 топчик. Да, год твоего рождения, братюнь. Не понял. По факту. Родился уже за рулем. А как? Сколько? Ты мне снес 2,5 хп. Не, ребят, петух хуета, вам сразу говорю. Не, петух заебись, если на нем нормально играть, так все нормально. Типа. Не, петух хуета. Я как челик уже его погонял до хуя раз, типа нормально. Не, ну да, хуета. Хуета. Ну, не регает, надо нормально. Да, ребят, реально не регает, это правда. Тикрейт настройте, ребят. Тикрейт 20. В Майнкрафте тикрейт 20, партнер. Ну да, вон такой есть. Куда вам больше? Братюнь, ну ты где, брат? А вы жалуетесь, что в CSGO тикрейт 64. Не, ну Вова тут честно затащил, я думаю. А, да, правда. Ребят, ну пахнет. Вот он, ваш КС, блядь, на 10 уровне. Так, осталось. Либо Вове два раза выиграть, либо нам 6. А чё вы... они меня вдвоем пиздят. Я только сейчас понял, что я один. Соло. Вова, ну кто-то он из нас глобал, а кто-то из нас просто звезда.
просто. Блять, мудак, а нахуй надо. На... Как перезаряжаться предварительно? Левый клавиш. Левая кнопка. Ой, да? Ну, скажи, когда отпиздили, блять. Я не понимал, я думал, мне надо достреливать. Так это же тактика такая. Сначала не говоришь, не говоришь, убиваешь, потом говоришь. Алмаз Штрата. На место положи, долбаю. Спасибо, Зап. Сорс 2 шикарен. Сорс 2 шикарен. Убили. Да, шейдерами это вообще пиздато выглядит. Шейдерами топчик, тут надо нормальный подобрать шейдер, потому что некоторые шейдеры, они это... Слишком яркие. Ты шейдер, блядь, где ты чел. Нахуй? Все, подлетали. О, ребят, ну, я говорю, вы против кого лезете-то, блядь? Ну, против тебя. Угу. Не твой уровень, дорогой! Понял? Ладно, 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 брат. Иди на свой пятый уровень, Фейс. Там, сиди. Хорошо. Не буду гнать на десятый. А, да, блядь? Чё-то не перезаряжает. Нихуя. Тебе парты покажу. Бля, реально, чё-то... Не, так не работает, чё. Нихуя ты чё, со снайпой? Спасибо за твои стримы. Очень поднимаешь настроение и... Хотелось бы высказать желание... Не, ну это всё пинкос. Как прохождение... Да, во всём виноват. Так, а это всё от игры зависит, на самом деле. Какая игра, так... Игра окончена, я разъебал, всё. Да, оффайте сервак, нахуй, на переработку. Да, оффайте, вырубайте. Да, теперь можно идти на нюкрик. Удаляйте нахуй всё. Удаляем всё. Удаляйте нахуй сервак. Удаляем сервер, ребят. В следующий раз будет новый сервер с новым КС. Давайте, да, можно на движке Source Engine, пожалуйста? Не проблема, зарегаем. Не проблема, хорошо. Бир заявил, не проблема. За два доширака... И баночку чупа-чупс. Спермы он готов сделать, ребят. Правильно я говорю? Ну, завтра в 9, блядь. Завтра в 9. Завтра в 9 с баночкой спермы, блядь, сдача анализов. Бэтбир принимает. А нет, завтра... Завтра. Ты никогда не думал, что врачи делают, когда ты типа мочу им приносишь, блядь? Так они ее берут и такие открывают баночку и пьют. Да, потом в эти, ребят, яблочный сок разбавляют. Понимаете, о чем я? Вкусно. Последняя карта сегодня на Майнкрафте была хуетой, сори. Ну что-то всех настоебенило, все начали хуйней страдать. И что-то у нас, блядь, криво все вышло. Но зато первая пиздатая. Рафляночек было много годных. Да, прикольно вот этот мод на Мамбл. Да-да-да, это прям вообще пушка разъеб. Что-то новое. На Твиче не было никогда такого. Типа, все, поэтому пока, чуваки.